В Архангельске завершился фестиваль «Помним, гордимся, верим». В этом году он прошел в 10-й раз и вновь собрал участников из разных уголков России. Аплодировали, кстати, не только победителям на сцене. Подробности у Анны Рязановой. Торжественными мелодиями городской духовой оркестр имени Васильева встречает гостей праздника. Самое главное, конечно, ветераны. Перед началом гала-концерта они по-свойски, но все же с гордой военной выправкой встречают товарищей. Чествуют ветеранов и на гала-концерте им вручают памятные юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы. Такие громкие аплодисменты в тот вечер звучали и для победителей фестиваля «Помним, гордимся, верим». Артисты вокального ансамбля «Традиция» из города Великие Луки в Архангельск приехали впервые и сразу стали лауреатами конкурса. Очень сложно найти вот именно единомышленников. Я считаю, что мне очень повезло, потому что собрались девчонки, которые мы едино дышим, я считаю, мы едино поем. А секрет очень простой. Любить то, чем ты занимаешься, и когда выходишь на сцену, всегда петь для зрителя. Алексей Толкачев и Надежда Пеневская из Наро-Фоминска – обладатели диплома второй степени в номинации «Эстрадный вокал». Ребята признаются, дуэт образовался незадолго до фестиваля, но, несмотря на сжатые сроки, спеться все же удалось. Все очень сильные ребята, на самом деле. Мне очень нравится, что царит творческая атмосфера вообще, в принципе. Мы все познакомились, все дружим. В итоге, я думаю, что в дальнейшем будем сотрудничать даже коллективами и общаться. Символично, что в год юбилея Победы – юбилей и у фестиваля. 10 лет фестивалю, и вы знаете, мы видим, что вот с такой творческой мастерской он, по сути, уже превратился в такой большой центр патриотического воспитания нашей молодежи в духе уважения к прошлому, будущему и настоящему нашей великой России. Гордятся люди городами, людьми гордятся города. Давний девиз фестиваля. Еще раз напомнил, Архангельск славен своими земляками. На гала-концерте представителям 7 школ Архангельска вручили свидетельство о присвоении имен наших земляков, защитников Отечества. Анна Рязанова, Денис Линчевский, Регион 29.